Йоу, гайз, с вами Шумки, мы продолжаем проходить игру под названием Путанная башня. Так, у нас осталось еще несколько человек, а если бы точнее, 4 человека еще, которые нужно расспросить насчет вещей. И в принципе. Мне нравится Флора. Надеюсь, она в порядке. Вам кажется, она что-то замешана в убийстве? Ни в коем случае. Она в последние волны никогда не бы не причинила боли. Никому. Феликс самая противоположность. Его интерес и надежда закреплены в сфере материализма. Деньги, сообщие. Но его это... Зиждется. На всецело сфальсифицированном восприятии. Вам так не кажется? Только собирался это сказать. Фифи не любит меня. Что вы сделали? Не уверен. Если узнаете, может мне рассказать. Она задала мне несколько вопросов о чем? О моей работе, о растениях, обо всем, понимаете. Она обыскала теплицу? Нет. Точно? Может, она это сделала, пока вас тут не было? Нет, она ничего не тронула. Откуда вы знаете? Поверьте мне, я знаю. Она всегда была добра ко мне. Она приходила в теплицу, пока я работал. Иногда одна, иногда с Поппи. Думаю, сначала им было просто скучно. Вскоре они начали задавать вопросы. О чем? Поппи интересовалась цветами. Фрея, она обычно спрашивала меня о насекомых. Насекомых? Одна из моих задач — защищать растения от тех, кто их ест. Фрея как-то принесла мне такую маленькую стеклянную шкатулку с листьями и свинцом. Она сказала положить их всех... Так, каждый день я клал горсть жуков и всячину в шкатулку. Затем она пришла и забрала ее. Я не понимаю ее. Но она всегда была добра. Вы знакомы с этим парнем Фитц? Бегающие глаза. Эти они очень не говорит. Так, это ни о чем не говорит. А как по мне, так это жутко подозрительно. Это я. Ага. Это была шутка. Я пошутила. А, понятно. Уверен, вы не часто заглядываете в обсерваторию, да? Не часто, но я все равно вижу с Пойнтером иногда. Ему всегда любопытно, что я поращу в теплице. А еще спрашивает меня о птицах и насекомых. Он хорошо подкован к эволюционной биологии. А я тут думал, что у астрономии и биологии мало чего общего. Может, он тоже жука ищет? Слушайте, вот как-то... Поппи. Мы с Поппи... помолвлена. Вы только не обижайтесь, но мне трудно поверить, что Пенни может вам нравиться. Она совсем не такая, как она себя выставляет. Люди думают, что она... Ну, они строят догадки. И как ваши отношения в последнее время? Хорошо. Все хорошо. Мы с Поппи друзья. В это несложно поверить. Темная одежда, голубые волосы. В среднем по 3 слова на предложение. Мы прямо 2 спага пара. Она очень добрая. А еще она интересуется растениями, в основном необычными цветами. Я ее учу. А как же? Что-то не так? Милая картина. Хорошо придает расположение всех элементов. Озеро выглядит так, как будто идеальный кругом огибает озеро. Вам это может показаться странным, но природа способна создавать идеальные геометрические формы. И эти горы... Утесы, вот это по краю. Мы мало что о них знаем. На них не забраться, даже Фрея не могла оттуда забраться. Что вы сказали? Фрея, картина. Это скорее предположение. Насколько я знаю, с этим рисунком окрестностей никогда не... Так, Фрея, просто выдумала это. Назовем это квалифицированным предположением. Кто дал вам эту информацию? Ну, на самом деле мы не знаем, кто это был. На ее предали не анонимно. Понятно. А что случилось, если так кто-то вам ее передал, кажется убийцей? Мне это даже в голову не приходило. Если честно, это было даже бы интересно. Этакий неожиданный поворот.
Меня это не интересует. Но я как-то раз слышал, как Поппи говорила о ней с Фрей. Что они говорили? Они спорили о чем-то. Но сейчас не вспомню, о чем именно. Похоже, что это принадлежит Поппи. Странно. Как думаете, что это? У Флоры в руке? Я не знаю. А похоже на нож. Но у Флоры ничего в руках не было, когда я ее видел после убийства. Но меня беспокоит что-то, что-то другое. Что? Когда мы зашли в комнату Флоры, она не стояла в этой позе. Ну, она, наверное, подвинулась немного в тому времени. Она вообще не там стояла. Она стояла на коленях на полу. На коленях на полу? Фитц, вы когда-нибудь видели это? Нет, но я обычно не захожу в комнату к Фифи. Мы его нашли в другом месте. А, я просто подумал, он похож на то, что принадлежит... Вот хороший пример того, как все работает. Я замачиваю почву здесь, в теплице, добавляю воду из озера, и из-за нефрукта растут такие блестящие, как самоцветы. Иногда. Никогда не знаешь, что именно произойдет. И что можно делать с этим блестящим несъедобным фруктом? Смотреть на них. Пенелопа знает о птицах. Вы должны ее спросить. Вообще-то я у вас хотела что-то спросить. На этой странице упоминается растение. Видите? У вас есть такие в вашей теплице? Нет. Я больше таких растений не выращиваю. В прошлом я пытался, но это невероятно трудно даже для меня. Она у меня никогда не проживала более 2 недель. Это ваш офис? Ага. Для чего вы его используете? Я храню все свои инструменты в теплице. Она не об этом спросила. Откуда взялось разбитое стекло? Это яйцо, у которого есть стоги. Это было закрыто на замке, но мы его открыли, но оно оказалось пустое. Прикольно. Это принадлежит Поппи. Тогда почему он был в башне Флоры? Не уверен. Похоже, что это принадлежит Поппи. 3 любимых птицы Пенелопы. Она всегда так о них говорила. Но что, типа, ее домашние животные? У них есть имена? О, у них есть имена. Пенелопа обожает давать имена всем и вся. А вы помните, как они их называют? Я не знаю. Цветок. Ага, цветок. Мы нашли его в комнате Пенни. Хорошо. Он для вас что-то значит? А с чего бы это вдруг... Да ладно. Я вообще не знаю, в какой комнате к Пенни. И в саму башню поинтеров тоже. Незачем. Но ты Поппи. Я понимаю, когда она только начала учиться. С тех пор она стала играть гораздо лучше. Ага, обычно так и происходит. Верно. Конечно. Красивое отличие от цветов. Ага, с этим не поспоришь. Цветы в любом времени могут свести идеальными, безупречными цветами. Красными, синими, белыми. А с краской стоит ее запачкать, смешав с другими красками. Даже самые искусственные художники не смогут вернуть ее в подлинный цвет. Что-то здесь не так. Что это? Почему бы вам не заглянуть еще раз в комнату Флоры? Считать, что мы пропустили улики? Не совсем. Это лепестки. Они, что? Они красные. Это Фрей их нарисовала? Ага. Там на обратной стороне записка. Она была еще ближе к Флоре, чем я предполагал. Я видел жуков с ярко-роскошными панцирями, даже металлическими щитами. Они достаточно часто встречаются, особенно в этих краях. Но эти панцири отличаются от настоящего золота. Это не может быть настоящим золотом. Золото же внутри земли и все такое. Его нельзя просто создать. Это называется алхимией. Это целая наука. Подождите, они мои. Эти наушники. Они у меня около недели назад пропали. Зачем вам наушники? Я иногда их надеваю, когда работаю в саду. Зачем? У вас же нет цепной пилы, так? Нет. Я их надеваю, когда работаю в саду, чтобы со мной никто не пытался разговаривать. Гениально.
Мы нашли их на саду на крыше. Вы знаете, как долго они там находились? Нет, возможно, что долго. Мы никогда не убираемся в саду на крыше. Почему нет? Природа непокорна. По правде говоря, она предпочитала, чтобы ее оставили в покое. Похоже, кто-то очень хочет, чтобы мы прочитали эту книгу. Именно из-за этого мне и хочется ее прочитать. Какая прелесть, правда? Это Феликс сделал. Это Фифи и Фрея. А вам не кажется, что на этой фотографии должно быть еще кто-то? Может быть, а может быть и нет. Она не любит сборщиц. Два человека — это не сборище. Верно. Но если бы она была на фотографии, то их было бы трое. Шах и мат. Лучшая работа Фрея, как я считаю. Хотя фотография не обладает энергетической, которая наделяет оригинал. Как думаете, что изображено на картине? Что вы имеете в виду? Ну, на чем сосредоточена картина? Что это за большая красная штука? А, мне кажется, это не такая рада картина. Фитц, на одном из этих рисунков изображены вы. Кажется, в саду на крыше. С Поппи. Мы закончили? Может предположить, кто там? Нет, понятия не имею. Мне кажется, не лгут. Что-то с мобильным микроскопом Хорхе не так. Что-то, что вызывает подозрение. Давай спросим ее. Позже, вот, как раз мне раска... Смотрите. Подозреваемый, который сейчас у меня есть. Девчуля, которая сверху была, она у меня спала с подозрением. Ну, это, бабулька. Подозрение у меня сейчас есть микроскоп. Вот она у меня сейчас в подозрениях более всего. Вот она. Вот она. Почему? Она в основном ищет, ну, она пытается, да, типа доказать алхимии, начала заниматься, все такое. Она ищет жука. Она думает, я думал, жук там, все такое. Как раз микроскоп для поиска жука, замечу. Так, давайте с Поппи мы попозже поговорим. Погнали сюда. Флора. Аппетитная душа, Адриф, все еще в пространстве. Что с ней? Не знаю. Она всегда была на такой, как все. Она неблагополучная семья. Я бы сказал, что вам стоит у нее спросить, но думаю, вы окажетесь в тупике. Он должен научиться использовать, проводить время. Они его делают столько всего пыльного, а не только время. Вы о деньгах? Помимо всего прочего, ну да, у него сейчас под рукой небольшое состояние. Если, конечно, он уже не растратил его, или растерял. Вы с ним не ладите? Ох, нет, мы лучшие друзья. Ах, да, наследница путанной башни. Кто знает, что случится, когда она станет у руля. Осмелюсь предположить, что она конфузит мой телескоп и даст мне взамен микроскоп. Она не похожа на тех, кто не зовет свою волю другим. И все же, не спутайте с ней глаз. Опасность мышления — это девица. Мне кажется, зависим. Подожди-ка, вы соперничаете с ней в науке? Ох нет, мы работаем на совершенно разных частотах. Буквально, в смысле. Хок-шоу. Я представляю, так не поймет. Но кажется, она знает, что делает. Она злая. Знаете, я раньше считал, что все детективы проницательны, точны и доскональны. Но потом я познакомился с вами. Все видели, насколько она талантлива. Она была необыкновенна. Талантливая художница, но при этом и высокоинтеллектуальной. Вообще-то, это два качества не взаимосвязаны. Она интересовалась астрономией. Не думаю, возможно, в том, что ее не удалось вдохновить, если это моя вина. Но мне кажется, здесь, на Земле, ее занимают более связанные вещи. Моя дочь ее
Пожала. И Фиона тоже. Однако, за последние годы я часто видел ее отдельно от всех. Она бродила над посадом в самом неподходящем для этого часа. Она, кажется, исследовала каждый сантиметр территории по 100 раз. Такая вот неумогонимая душа была. Меня удивляет то, что она решила прожить в Путанной башне так долго. Фитц, что вы от меня хотите? Он садовник. Он же член вашей семьи. Да, но не семья Пойнтеров. Знаете, что случилось с его родителями? Его отец Флинн был братом Феликса. Странный был человек. Его думал, что кто-то либо знает, что с ним произошло, но он точно не живет здесь. Что насчет его матери? Эмили? Я с ней не знаком. Она не нашла за него замуж и не стала официальным членом семьи Фло. Ее отношение к Сфилетам, это длилось недолго. Пойнтер, я не люблю говорить о себе. Самокопание отчасти ведет к... Счастливее, подождите, правда? Почему бы нам лучше не обсудить спутников Юпитера? Я думаю, что у нас есть на это время. Их же так штука 10. 83. Да, точно. Ах, Пеннепа. Наш орнитолог. Пенни ваша племянница, так? В настоящий момент, да. До тех пор, пока она не выйдет замуж за садовника. Она все равно будет вашей племянницей. Но она покинет мир Пойнтеров и вступит в мир Феллоу. Как рысь, бегущая с тонущего корабля. Мэй Поппи. Моя гордость и отрада. Невероятно талантливая пианистка, она с детства... Подождите, почему она в вашем списке подозреваемых? Потому что она подозреваемая. О, нет, я лично могу поручиться за нее невиновность. Это... Она бы никогда... Что ж, по правде говоря, она очень любила Фрейю. А если не секрет, что случилось с матерью в Поппи? Примроз, она была сестрой Флоры, урожденной Ремингтоном. После ее отъезда все уже не то. Куда она уехала? Далеко. Она далеко уехала. Так, какая из них считается Путанной башней? Что вы сказали? Здесь же есть две башни, так? Башня Флоры и ваша башня обсерватории. Никакая. Но, правда говоря, я не имею ни малейшего представления. Вам нужно спросить Флору. Но это два... Так. Это она дала название дому? Это называется появление вследствие ее ссоры с семьей. Вы имеете в виду с Феликсом и ее мужем? Нет, с ее братом и сестрой, и с отцом. Ремингтона довольно убойная семейка, знаете ли. Мне кажется, Флора уже больше 10 лет ни с кем из них не разговаривала. Не то чтобы оригинальный объем информации, не так ли? Это достаточно. Очень старая статуя. Рекомендую вам оставить ее в покое. Бедняга и так уже в ужасном состоянии. Так процесс разложения увлекателен, не так ли? Она не разлагается, это же пластик. В соединении с природой, как бы то ни было. Где вы это откопали? Мы нашли его в кустах на улице, кажется, его кто-то выбросил. Странно. По-моему, эта картина полная безвкусница. Полная безвкусница. А, да? Нож, покрытый настоящей кровью. Все это затея достаточно вульгарно. Что это? Кажется, это телескоп. Я думал, вы о нем не будете знаете. Да, это точно и есть телескоп. Так, видите, это часть... Так, часть здесь. Это чтобы прикреплять его к штативу. Но он такой маленький, не думаю, что из него увидишь много звезд. Нет, не думаю. Фитц говорит желание выращивать подобные свои теплицы, вы не считаете? А что с этим такого? Ну, его же нельзя съесть. Пенелопа задумалась, почему он вообще этим утруждается? Это очень старая книга, не так ли? Похоже, за ней могли ухаживать и получше. Мне нравится, когда у книги такой вид, знаете, лучше так, чем когда совсем не открывали. А, хорошо сказано.
Любопытное создание, не так ли? Своего рода двуручный человек-рыба. Многим. Играющий на трубе. Да, играющий на трубе. Интересный предмет, не так ли? Вы знаете, что здесь прям хранит? Ничего. В данный момент, когда мы его открыли, там ничего не оказалось. Неожиданно. Разве женщина не может хранить просто пустое яйцо у себя в комнате? Изначально принадлежит поинтерам, а Флори его присвоили, как обычно. Давненько я не видел эту кассету. Кто ее сломал? Понятия не имею. А что ж, имущество недостойно, друзья мои. Это важно? Возможно. Как насчет следующего? Возможно, Руиди убийств следует кисточка. Что скажете? Ведь ее нашли на месте преступления, рядом с телом Фрей. Наверное, это возможно. Что ж, это определенно не мое дело. Вполне возможно, что и не ваше. Да, очень мило. Где же теперь находится эта Флорина птица? Я уже давно не видел. Совсем маленькая клетка для трех птичек, вы не находите? Но с другой стороны, разве мы все не заперты в своего рода клетке? Что это за цветок? Мы не уверены. Я думаю, что он, возможно, единственный в своем роде. Прям роза бы знала. Моя жена была цветоводом, лучше специалистом в своем области. Она всех цветов знала. Я не шучу. Интересно. О боже. Это первое произведение, которое Примроза научилась играть на пианино. Примроза — это мама Поппи. Она так передавала эти ноты Поппи, когда начала учить ее играть. Игра на пианино Поппи учила ее мать? Конечно. Тот факт, что после всего эти ноты всего так все еще висят у Поппи на стене, согревает мне душу. Фрей хорошо разбирается в абстрактном, с этим не поспоришь. На что это похоже, как вам кажется? Мне? Это большая красная штука. Какая потрясающая интерпретация. А он прав. Это действительно большая красная штука. Это должно быть Феликс, не так ли? Полагаю, что да. Вижу, он позволил себе как-то ухудожить определенную вольность. Выглядит закончено, даже по стандартам Феликса. Но он хотя бы попытался. Да, полагаю, старическое полезное имеет хобби. Предотвращает разложение умственной способности, не так ли? Дневник служит прекрасным хранилищем для душевных иллюзий. Излияний. Откуда вы знаете, что это дневник? Полагаю, что не знаю. Но он похож на дневник. Я раньше где-то видел эту наушники. Фесси всегда носил во время работы в саду. Всегда носил? Всегда, когда я его вижу, да. Я думаю, вам стоит подправить определенно того, что вы считаете уликами. Так. Две лучшие подруги Поппи. Фрейя здесь выглядит такой невинной. Какая красивая фотография. Она совсем не изменилась, вы не находите? Кто? О, если вы не знаете... Возможно, я тоже нет. Итак, мы наткнулись на одно исследование. Что это за золотой жук? Вы его изучаете? Боюсь, я не могу вам помочь. Думаю, это останется после предыдущего жительцов Путанной башни. Я же не впервые ученый, когда-либо работавший на... Так, в этих странах стенах. Но не просто в стенах оказался, мы нашли его в вашей обсерватории. Их Фрей нарисовала. Она должна быть нарисовала Хокшоу сравнимо недавно. Видимо, так. О, вы нашли орудие убийства. Успокойтесь, это лишь садовый совок. Ко мне так похоже на орудие. Так, хорошо, идемте далее. Флора.
Мой товарищ по любви к птицам. Следующий признак, что она настоящий эксперт. Профессионально изучала их когда-то. Кажется, ее отец научил. Вы дружите с Флорой? Немного. Немного дружите. Она предпочитает покой и тишину, осмелись сказать, что я для нее слишком горластая. Она и видна. Но я ей восхищаюсь, правда? Мне всегда казалось, что она могла достичь большего зла, чем жизнь с Феликсом. Ух, кто-то должен был это сказать. Феликс. Нужно признаться, мне нет никакого дела до этого пещерного самообмана, в котором он прячется. Всегда лучше давать людям возможность делать то, что они хотят. Только мечты нам... Так, между нами... Ну, мне кажется, что Феликс втайне жутко страдает. Честно говоря, она меня практически всегда игнорирует. Почему? Ну, мы находимся на разных интеллектуальных уровнях. А, ну, знаете, я имею в виду... Не обязательно же... Нет-нет, все нормально. Я смирилась с этим. Она сама противная. Хм. Она ужасно грубо выразилась о моей внешности. О чем мы? О гигантских птичьих крыльях или же... Если бы я была на ее месте, я бы не стала так судить других. Вы только посмотрите на нее, она сама выглядит как... сдохневшее чучело. Как бы не хочется, чтобы дядюшка Пойнтер велел ей хорошо себя вести. Профессор Пойнтер? А почему именно он? Ой, это же он вызвал ее. Она за нее и отвечает. Вы разве не знали это? Опа. Фрейм. Она с самого утра садилась в птичнике и рисовала птиц. Иногда она спрашивала у меня, как они рисуются. Фрей тоже интересовалась разновидностью птиц? Нет, просто она хотела узнать их имена. Изабелла, Клиента, Эмеральд, Лента, Жан-Альве. Понятно, спасибо. На самом... Так, на мой 21-й день рождения она подарила мне картину в рамке. Все птицы появившиеся той весной, и под каждой было написано ее имя. Вы даже представить себе не можете, как я ей дорожила. Похоже, вы с ней были близки. Мне кажется, я никогда не могла найти правильное слово, чтобы выразить мое восхищение. Она имела понимание того, что нельзя передать словами. Он такой здоровяк, а? Он огромный. И такой задумчивый. Даже хмурый, я бы сказала. Я никогда не могу угадать, что происходит в этой его красной голове. Похоже, вы не так хорошо его знаете. Разве я спрашивала ваше мнение? Пойнтер. Не могу сказать, что когда-нибудь интересовалась астрономией дедушки. Иногда я смеялся навещать его в башню, но тут же об этом жалела. Для меня это слишком абстрактно. Что вы имеете в виду? А вы что? А вы знали, что солнце оказывается в ширину превышает 640 тысяч километров? Ладно, так, что мне делать с этой информацией? Чем она мне поможет? Смотрите на меня. Это вы зазубрили эти данные. Ох, она красивая. Кто она? Подождите. Это я? О, а вы уже поговорили с Поппи? Да, немного. И вы записали то, что она вам говорила? Да. Прекрасно. Сожгите эти заметки. Все это ложь. Почему бы Поппи стала врать нам? Потому что это она такая всегда делает. Она змея. Даже похожа на змейку. Вам не кажется, что вы несправедливы к ней, Пенни? Она первая начала. Знаете, она навевает... Так, впечатляет. Посетители тех, кто смотрит на нее с свежим взглядом. Но не вас. Попробуйте позже. Так, пора жизни 20 лет. Весь глянец куда-то пропадает. Если бы не Фитц, у меня не было бы причины здесь оставаться. А как насчет наследства? Вы же следующая после... Так, старшинство в линии Пойнтеров. После вашего дяди, не так ли? Ха, вот уже большое спасибо за то, что назвали меня старушкой. Но нет. Все оставшиеся у Пойнтеров деньги перейдут прямо к Поппи. Разве это справедливо? Но если честно, мне наплевать.
Так, я увижу досье детектива, наконец-то. Рад вас такой повседневной вещи. О, я как раз уже в прошлой неделе попросила у этой неприятной Хокуши, могу ли я взглянуть на ее заметки в досье. И она наверняка сказала нет. Если бы она просто сказала нет, было бы не так грубо. Она была ужасно груба со мной. Обвинила меня в как же это... Она выразилась поверхностной погони за сенсацией. Уверена, что я уже где-то читала об этом создании. Но не помню, чтобы она играла на арфе. Ха! Ну, надо же. Поппи вообще не заботилась о своих вещах, так ведь? Так, она была не в комнате Поппи. Мы нашли ее в небольшом пруду в саду. Вот именно. Разве это подходящее место? Привет. Кто считает эту ядерную писанину? Мы не знаем, там нет подписи. Анонимное письмо? Классическая улика. Сомневаюсь, что Фрей намеренно это сделала, но общий эффект немного нервирует. Вам так не кажется? Все дело во Флоре. У нее невозможно вы... Так, навязчивая личность, дорогуша моя. Я не знаю, что это. Очаровательно? Больше похоже на самоцвет, чем на фрукт, да ведь? Еще не съедобный, кажется. Да, когда-то мне казалось, что Фитц растит их на продажу. Но если честно, мне кажется, ему просто нравится, как они выглядят. Кто-то заинтересовался вымершими животными? Вымершими? О, да, эта книга очень старая, большинство описанных в ней птиц уже не существует. А как насчет этой птицы? Чернильника. Вот этой? Она уже давно считается вымершей, а потом ее нашли здесь, в путанной башне. То есть она не вымерша. А вы неправильно поняли. Это была последняя особь. Самая последняя. А. Так, ну насчет этого, я думал, лучше потом спросить. Давно эта штука не видел. Она живет в музыкальной комнате, да ведь? В данный момент, да. Безвкусная штуковина, да ведь? Флора, похоже, очень к нему привязана. Я никогда не видел. Но с другой стороны, я думаю, то же самое оказаться у нее. Ого! Что, мне показалось? Эй-о! Разве это... из Бордерлендса, нет? Ладно, показалось. Граммофон. Граммофон Поппи. Он у нее уже давно. Когда она была ребенком, она называла его своим граммофон. Потому что-то поновил. Как мило. А да, самоочарование. Какой ужас. Вы знаете, что это? Это цветная гамма. Три разных розовых цвета. Мерзость. Вот такой глаза такие жуткие стали. Да, это мой. Мой цветок. Он вам не нравится? Я не умею ухаживать за растениями, я забываю их поливать. С птицами гораздо легче, они такие громогласными, когда их хочется пить. А вам, по крайней мере, нравится, как цветок выглядит? Выглядит? Какого он цвета и формы? Если между нами, то мне кажется, он немного вульгарен. Вульгарный цветочек. Фрей не умела заботиться о своих красных... Да ведь? Но она же всегда была такой... богемой. У нее были другие приоритеты. Как-то слишком просто для Поппи, да ведь? Я думаю, что она уже в 12 классе или вроде того. Я не знаю, что бы бывает сколько класса. Уверена, специально для нее придумали парочку новых. Я помню, в школе... Потом, когда уже все произошло, когда вот эта война началась, все хуйня, у нас было 12 классов. Прикиньте, 12 классов. Это жопа. А, грустно даже. Это странно как-то давить. Мы нашли их в вашем спальне. Что они просто так валялись на видимом месте? Нет, вы их спрятали, но мы их нашли. Это наша работа.
Кто это она в сообщениях и зачем нужны эти лепестки? Вас это вообще не касается. Это та птица. Но эти должны быть были нарисованы как минимум год назад. А, грустно. Путанной башне раньше водились самые разнообразные птицы. Невероятно пленительные особи, и каждая была уникальна. Раньше? Здесь и сейчас полно птиц. Боюсь, большинство из них совершенно обыкновенные. А что случилось с необыкновенными? Это очень хороший вопрос. Прекрасно. Я не люблю насекомых. Чье это было исследование? Мы надеемся, что вы будете знать. Нет, не могу сказать. Может, Фрей? Я не знаю. Ей всегда нравились вот такие вот вонючки. Так, и запишем. Я знаю множество людей, похожих на эту картину, но это для меня слишком. Мне она кажется чрезмерно насыщенной. И почему-то из-за нее мне становится жаль Фрею. Думаю, она была более неуравновешена. Немного тщательно взять и вырезать деревянную статуэтку самого себя, да ведь? Если я не ошибаюсь, это красно-белое создание должно быть своего рода птицей. Ох, тайный дневник! Мы тоже так подумали. Превосходно. Фрей была такой талантливой, даже ее в ее возрасте. Вы знаете, когда давно была сделана эта фотография? Не уверена. Как минимум 2 года назад. Еще до того, как Фиона выбрала свой несуществующий стиль. Еще до того, а Фиона вот это имеет. Не могу решить, что хуже. Как она выглядит здесь, или как она выглядит сейчас. Вы знаете, кто это? На фотографии. О, понятия не имею. Да, бля, это Поппи, понятное дело. Очень мило. Вы их раньше видели? Да. Все? Даже вот это... Да. О, вам Фитцер показал? Не совсем. Мы нашли этот под его кроватью. Ах, верно. А, так а ее ж Поппи зовут, да? Подожди. Что-то с рассказом Фитца о том, как он поднялся в башню Пойнтеров, не так. Что-то с этим лепестками, которые мы нашли на кровати Пенни, не так. Ох, мы это все спросим, Сейчас мы пойдем к Поппи, поговорим с ней насчет вещей и закончим серию. Дальше мы у всех будем спрашивать насчет вот этих всего остального. Я закомню. Так, не меньше держится зубами. Она чувствует не спящим волю дать словам. В небе смотрит, не мигая, словно космос постигая. Феликс. Неуловлим ней, канувший словно в мир теней. За блеском храбрости монах, а раз видеть, что среди земель тебе несет судьба лишь гибель, вся жизнь в четырех стенах. Во рту серебряная ложка, история спешит немножко. Так, стрели в сердце места нет, выбор сделан, но потерян. Свободу конец навеян. В лабиринте ее счастье ждет. С приливом к нашим берегам прислала дерзкая мадам. В плаще и на повышенных тонах на след прокажи вызвана она. Лишь волной каменной своей осмелюсь гонять людей. Джона стихами говорит. Умом одаренно, но без забот, неограниченно, как раз наоборот. Она наивно видит взглядом и даже далекую и прудик рядом. Душа свободна, и ей принадлежит. Она средь звезд
стрелой летит. Фитц. Нежность расцвета цветов, медленное текущее времени. В земле положи росток, но не спеши с его рождением. Час за часом, день за днем. Объятия природы познаем. Послушай, что шепчут звезды. Тише слабеет связь земель. Плывешь по миру, пряча слезы от ревности и жажды загибаясь, оставив увидишь ты с высота растущие у ноги твоих цветы. Ярко-золотистое сияет на солнце оперенье. Закрыв глаза, ныряю в омут заблуждения. Свет все заливает, но клетку не скрывает. Это я. Я в списке подозреваемых в убийстве. Мне всегда казалось, что это было бы круто, но на самом деле это так хлопотно. Не оправдывайтесь, ожидаемо, да? Знаете, в Путанной башне живут две семьи. Три представителя поинтеров и пять представителей... Четыре феллоу. Как они имеют отношение друг к другу? Никакого. Практически. Дом был построен Ремингтонами. Флора и семья Ремингтонов изначально. И Примроза, моя мать. Она вышла замуж за поинтеров, а Флора за феллоу. Так, сейчас дом принадлежит и феллоу, и поинтерам. Дом принадлежит Флоре. В зависимости от того, когда вы спрашиваете, это также значит, что он принадлежит и Феликсу, и ее мужу. А что насчет вашего отца? У него какой-то и остались претензии на дом после того, как ушла его мать. Моя мать. А где ваша мама сейчас? Понятия не имею. А какой-то заметила, вы уже ранее Фрей. Валяйте. Насколько мы можем предположить, лезвие вошло под идеальным прямым углом, перпендикулярно к телу Фрея. И остальное одно небольшое лишь лужа крови. И на руках Фрея не было крови, как и никогда так. Как и нигде больше. Вся эта ситуация немного слишком безмятежная. Что же скажете об этой статуе? Я знаю, что это единственная арфа во всей Путанной башне. Вообще-то я никогда не видела настоящую. Возможно, она еще... Так. Еще до вас появилась? А, несомненно. Видите, какая эта статуя старая? А что насчет этих символов? Один из них похож на... Лучше... Ага. Странно. Так, поврежденная кассета. Это мое. Правда? Нет. Вообще-то да, раньше была. Я дал ее Фрей примерно год назад. А что было на ней? Ничего, она была пуста. Фрей вроде хотела записать на ней что-то. Знаете, как она оказалась под водой? Может, кто-то хотел ее уничтожить, но в итоге поленился? Вам не кажется, что это странно? То, что это написано, никому не адресовано и никому не подписано. Кто-то специально не хочет себя выдавать. Или они пытаются вами манипулировать. Удивлен его в первый раз. Я подумала, что Флора держит в руках нож, острие которых измазано кровью. Вы больше так и не думаете? Нет. Зря я это сказала. В комнате было темно, я была в шоке. Я просто идиотка. Но на кончике действительно была кровь. Если бы вы ничего не сказали, возможно, Фифи не подумала бы... Так, проверить. Вот именно. Зря. Но мы бы не тогда упустили важную улику. А это улика? Правда? Скажите, почему вы считаете, что это улика? Как вам это поможет? С этим ножом вообще ничего не понятно. Ну, из-за него все так... сполошились. Ох, зря упомянул о нем. Вы нашли его в комнате Фифи? Нет. А должны были? Нет, просто... Это похоже на что-то, что она может использовать. Вам так не кажется? Ох, вы уже побывали в теплице. И как вам? Ну, впечатляет.
Но там как-то... Так, как-то не по себе становится, пока Фитц в кустах скрывается. Ага, он любит это делать. Это принадлежит Флоре, мне кажется. Это садовый совок? Ага, кажется, он принадлежит Фитцу. Правда? Никогда не видела, чтобы он его использовал. Эй, это я. А, что похоже. Кажется, вы здесь стоите в... Так, стоите в розовом кусте. А что вам это... А что в этом плохого? Мне кажется, все видят по-разному. Фрей вам когда-нибудь говорила, что это на самом деле? Не совсем. Она что-то упоминала о повторяющемся кошмаре. Извините, но если это кошмар, то зачем это рисовать и ставить прямо рядом с кроватью? Может, она хотела обуздать его? Если придать страху физическую форму, с ним легче справиться. Ну, иногда. Чьи это штаны? Они принадлежат Феликсу, кажется. Это кто, Флора? Возможно. А, мило. Это дневник Фифи. Уверена, что видела его в ее комнате. Мы его там и нашли. Вы его читали? Знаете, что в нем написано? Нет. Уверена, ей бы не понравилось, если бы я начал копаться в ее личной жизни. Вы же близкие общения с Фифи, разве не так? Да, это так, но... В последнее время Фифи часто на меня раздражается. Знаете почему? Не уверена. Я уверен, что она вам скажет, если вы спросите. О, это правда. Она мне все напрямую выложит. Может, поэтому я и не хочу ее спрашивать. Не смотрите на меня, я ее не ломала. Кто-нибудь еще заходил в музыкальную комнату? Да. Я не знаю, кто, но я вижу, что кто-то прикасается к пианино. Мне кажется, это жестоко, так держать трех птиц в одной клетке. Пини их выпускает из клетки. Ох, выпускает, как же без этого? Но не думаю, что им разрешают далеко улетать. Пини никогда слишком их оберегает. Никогда не видела его до этого. Она была в теплице? Нет, мы нашли его в комнате Пенни. А как же? Ага, это мое. Можете сыграть для нас что-нибудь? А можете сыграть для нас что-нибудь? Хорошо. Здесь буквально 8 нот, и я их помню наизусть. Подождите, а вдруг мне нужно это запомнить, потом где-то это используется? Прикиньте, если это используется... Прикиньте, если это еще не все, если я вдруг скажу, кто-то из них убийца, типа того. Ух. А здесь вы совершенно странные насекомые. Но такого я никогда не видела. Не думаю, что кого-то... Фрея, наверное, видела. У нее была коробка с жуками в комнате. Зачем? Потихе ради, естественно. Вы знаете, откуда взялись эти наушники? Это я их на нее надела. Почему? Я их нашла на полу. Мне казалось, они принадлежат Фитцу. Я их надел на статую, чтобы он их увидел. Я думал, что они похожи на наушники для музыки, как будто он записывает гитарное соло в студии. Нет? Если он действительно принадлежит Фитцу, он не хочет... Так, он их еще не забрал. Когда вы их нашли? Сегодня утром. Где? Не знаю, в коридоре. Не помню точно, где. Я вижу, сколько птиц в саду на крыше. Им кажется, там очень нравится. И почему? Там тихо. А что было внутри? Ничего. Изначально он принадлежал моей матери. Тогда как он оказался в комнате Флоры? И он побольше всех приходился. Фрей его только иногда одалживала. Это вам принадлежит, Поппи? Это же совсем не в моем стиле, так? Но у кого еще может быть такая кассета? У кого угодно. Почему стекло треснуло с одной стороны? Может, просто... Так, просто износилось? Ничего подобного. Фрей всегда заботилась о своих вещах.
Фрей всегда так выкладывал на палитру сразу все краски, которые собирала использовать. Мне кажется, ей это помогало абстрагировать и сосредоточиться на картине. Это как выстроить все ноты по порядку перед долгим выступлением. Верно, значит, сгусток черной краски посередине предназначен для рисования Флоры. Да, платье Флоры. Она носила черное даже чаще, чем я. Эти лепестки. Что насчет них? Ничего, просто они необычные. Как мило. Это фотография Фифи и Фрея, так? Ага. А почему вас на ней нет? Вы же также с ними дружили. Я не очень люблю фотографироваться. Кажется, Фифи восхищена Фрей. Фифи верна Фрею до мозга костей. Я не знаю, что это. Странно, ведь мы нашли это в вашей спальне. Что ж, в моей комнате полно всякого мусора. Там, наверное, куча всего спрятана. Ну, то есть... Пожалуйста, перестаньте меня спрашивать. Что-то с дневником, который мы нашли в комнате Фифи, не так. Что-то, что показывает так... Позже. Все, ребята. Мы идем с вами в холл. Не, давайте уходом. Вот здесь, кажется, музыка херина тема. Не, а где я тогда был? Ладно, давайте тогда, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.